На ковре Б последняя схватка. После этого будет открытие. Победу по баллам одержал Абдусалам Хабиб. Чисто попало, выиграл Умаров Саид из Люртовский район. 51 года, 42 килограмм, Ахметов Мухаммед, Махачкала, Киев, Пимурза, Хасаюз. Приготовился Магомедов Рамазан Исляр, Рамазанов Насрудин, Махачкала. Все отменяется после перерыва. После перерыва. Участников, пожалуйста, выйдите на ковер. 20 участников, давайте на открытие.